И вновь мы отправляемся с вами в путешествие в окрестности Ленева. Теперь нас ждут открытия еще более удивительные. Это встречи с бастардами башмачков. Бастарды – это гибриды, которые образуются от незаконного брака башмачка крупноцветного и башмачка настоящего. Бывают такие случаи, когда они растут рядом и легко скрещиваются друг с другом. Бастарды башмачков отличаются от родителей гораздо более широким отверстием в губу и гораздо более длинными листочками околоцветника. Окраска губы тоже может быть и ярко-розовой, и почти бордовой. Если посмотреть в разрезе, вы увидите, что это настоящая ловушка, в которой проваливаются насекомые, даже такие крупные, как жуки-бронзовка. Но если они вылезут из этой ловушки, их ждут встречи с страшным хищником, пауком цветочным, который часто сидит и ждет свою добычу. Бастарды гораздо менее плодовитые, чем их родители, и поэтому предпочитают размножаться вегетативным путем. И если родители часто можно увидеть поодиночке стоящими, то бастарды образуют великолепные букеты. Букеты из гибридов башмачков. Еще реже встречаются бастарды белого цвета. Они не чисто белые, как лист бумаги, скорее напоминают по краске слоновую кость. И они тоже имеют разнообразную окраску, особенно стаминодия бесплодной тычинки, которые закрывают отверстие в цветок, защищая от дождей. Она может быть и крапчатая, и чисто белая. Если встретишь такую орхидею, разве можно не удивиться ее красоте? Впервые такого бастарда увидел Иоганн Гмелин, исследователь Сибири, 300 лет назад. И он увез ее в Германию как драгоценность. И с тех пор ботаники ведут охоту. Охоту на бастарда самых прекрасных орхидей, гнилиных башмачков.